Продавцы центрального рынка недовольны ходом торговли. По их словам, с тех пор, как недалеко от их рынка появился коммунальный, дела идут неважно. Хотя, утверждают они, цены на продукцию здесь стараются сильно не накручивать, даже несмотря на дорогую аренду. Новые лотки на коммунальном рынке сбивают нам всю торговлю. Так продолжается все лето. Но у нас и цены нормальные, и ассортимент. Стараемся завозить местное, казахстанское. Оно, конечно, на 10-20 тенге дороже, зато вот, к примеру, картофель из Уральска за 100 тенге. Не такой водянистый, как из Самары, за 70-80. Уличные ряды с овощами более оживленные. Люди скупают свежие овощи кто мешками, а кто по килограмму. Многие берут на засолку, но, по их мнению, к этому времени огурцы и помидоры могли бы быть и подешевле. Сейчас цена на помидоры колеблется от 130 до 180 тенге за килограмм в зависимости от места происхождения. Аналогичная стоимость и у огурцов. Кило сладкого перца на прилавках центрального рынка по 150 тенге, по 130 баклажаны, 80-100 тенге стоят кабачки и 700 тенге килограмм чеснока. Огурцы, помидоры, цены устраивают? Я с Мартутского района, я первый раз здесь, я пока не знаю, но считаю, самое дешевое здесь можно. Уценить можно, уговорить там. Ну, в это время уже у нас цены всегда были намного дешевле. Да. Помидоры должны уже 50 быть, они до сих пор 150. Конечно, дороговато, конечно. Раньше в это время можно было огурцы, помидоры по 50 купить. А сейчас конец августа, до сих пор 150. Это же обдираловка. Местные дачные и того дороже. Хотя разница, конечно, большая. Асель Кинжалина, Сергей Калашников, программа «Факт».